Все, ребята, делаем челлендж. Let's go. Водички надо хлебнуть. Кубинский рум. Имба. Наверное. Ни разу не пробовал. Но звучит. Звучит вкусно. Звучит вкусно. Ё-моё, куда вы все сюда летите? Видишь же, что я тут... Так, ну... На МКХ-4 сразу. Найс. Там еще челик приземляется. Наверх к нему. Ну все, так и играем. МКХ-4. Я, наверное, лучше АУК возьму. Сек. Так, ну еще надо снайпу найти, короче. Let's go, пока этих джибошить. Попыток не ограничено. Вот у меня всегда, кстати, какая-то шляпа. Почему так? Почему всегда какая-то шляпа? У него нет болтовки. Шляпа в плане этого. Скажите мне, я вам скажу. Фул акцент на игре, гайз. АВДшку не тронем. Я забыл, что я хотел сказать, но что это со мной? Что за память у меня? Заслать тебе бутыль. Правда, надеть нельзя. Мы, короче, вы сегодня отсутствовали? Кто отсутствовал? Блять, в пизду, короче, мой русский язык. Я лучше так поиграю. Я превращаюсь в Кличко, ребята, с Пабгом. Я просто в Кличко превращаюсь с этим Пабгом саным. Вы сегодня отсутствовали, кто отсутствовал. Сука. Манал просто. Что со мной не так? Короче, я хотел сказать, этот. Купили с женой сегодня самую острую лапшу китайскую в каком-то китайском магазинчике. Ну там типа все китайское, короче, продается. Все с иероглифами. Вот. И короче, там 2x. Крепость. Ну, это острота, короче, 2x. Я охренел. Я просто чуть-чуть лизнул, и у меня все губы нафиг сожгло. Я не понимаю, как они это едят. Это просто Unreal есть. Откуда ты? Я с Питера. Ребят, сори, просто очень сложно формулировать мысли свои и играть еще. При этом выполняя какой-то челлендж. Ну вот, поэтому у меня так с речью. Ошибочка. Ну, снайпу я еще не нашел, и прицел выше четверки тоже. И это главное, да? А X8 тепловизор, X8 это не тепловизор. Тепловизор X4 тоже. Тайминг. Ну пока хорошо идем, бодро. Зачистили тут все. Так, я очень хочу на самом деле этот. А, у него тоже нет ничего подобного. Блядь, X6 нашел с него. Да кого? Я хочу с четверкой поиграть. Четверка самый кайф. 4 выкидываю. Дропы я скинул. Далеко, наверное, да?
Короче, мне надо снайпу найти. Это жесть. Вот зачем мне? Сейчас она нужна. Ультрик обязательно нужно подобрать. И... АЕшку. Снайпы так и нет, кстати. Если чё. Я опять забыл, что я хотел сказать. Это какой-то ужас. Я просто акцентирую сейчас на игре фул. Типа, я ищу снайпу. И не могу одновременно с вами общаться. Вот это впервые со мной такое. Я думаю, мне нужно стоит провериться. Нужно стоит. Опять вот, пожалуйста. У меня никогда проблем с речью не было. Вообще никогда. У меня такая красивая речь была. И всегда так красиво говорил. Красноречил. Я был красив, красноречив. Умён. Пока не подружился с пабгом. Вывод, ребята. Сам напрашивается, да? Я как будто пьяный, реально. У меня как будто пьяный какой-то говор. Видимо, я просто еще за 6 часов наговорился, скорее всего, может, поэтому. Я же вообще не затыкаюсь, 6 часов просто говорил. А еще до стрима с женой беседовал. Пока гуляли. Наверное, из-за этого. Наверное, из-за этого. Короче, я думаю, что из-за этого. Так, ну что, мы в зону поехали тогда, получается. Ты любишь иногда выпить? Если вина какого-то, но это очень редко. Когда тебя убивают, особо красноречив, да? Я думаю, нужно, знаете, что делать, чтобы снова речь свою восстанавливать? Книжки вслух читать. Вот я раньше читал, и нормально. Ну, правда, я читал рэп. Но книжки, думаю, тоже помогают. Вот, но когда ты реально очень много говоришь, и потом просто реально сложно говорить начинается сложно говорить. Бред какой-то. Просто бред в голове. У меня с речью проблемы. Возможно, и с головой. Что-то я как-то даже, знаете, вот сейчас подзадумался, может реально сходить мозги проверить. Это же есть какой-то диагноз? Чего диагноз, вот когда ты не можешь речь связать свою нормально? Скажи что-нибудь на рэперском. Я ебал твою тёлку. Пока ты спал. А потом ты встал и у меня отсосал. Йоу. На самом деле, когда я рэп читал, а такой период в моей жизни был, тогда все читали про либо какого-то вымышленного персонажа, которого все засирали просто, типа, ты мудила, ты ничего не стоишь жизни, ну там типа такого, да, вот, либо про какого-то вымышленного умершего друга, одно из двух, но вот то, что там про каких-то тёлок и т.д. и т.п., такого не было. Я на дропы приехал, прикиньте. Непроизвольно, пока с вами беседовал. А что лет не встать? Я сейчас тут по-любому третью каску найду. Я должен. И АВМ. И АВМ еще найду. Но пока что только пулемет. Пока что только пулемет нашел. Но третью каску тоже нашел, по идее.
Это неплохо. X8 я не могу повесить. Вот. Поэтому X8 мы не берем. А мы максимальный прицел нашли для себя. Короче, говно лут. И это сказал папа ребенка. С пулеметом, как вчера. Не, ну мы АУК уже взяли. Я вас прошу больше не просить в ранге почитать рэп. Ты хочешь сказать, тебе мой рэп не понравился? Блин, ну чел хорошо заехал на самом деле. Жаль, что умер моментально. Слушайте, а я могу не бояться, получается, драться с этим, с коллиматором на снайпе. У меня третья касочка есть. Хорошо. Гопулик X6. Давайте, ребят, в следующий раз. Сейчас я хочу сделать челлендж. Он стопнул, кстати. Прикиньте. Он остановился, да? Я смогу его с коллиматора жахнуть просто? Мне вот интересно теперь стало. Так вот, шандарахнуть его просто, шандарахнуть. У него тачка ко мне приехала. Он просто решил отдать мне свою машину. Вот и все. Спасибо. Я в долгу не останусь. Не, ну я думаю, нужно настреливать киллы делать какие-то, да? Они как-то объезжают меня, я не знаю. Боятся, походу. Это чел стоит, меня смотрит. В натуре. Ошалеть. Там еще тачки едут какие-то сверху. А как мне этого-то убить? Никак. Через меня опять куча тачек едет. А я опять не с тем сетапом. Сейчас какой-нибудь ФАМАС найду. Уф, 6 буду зажимать. Не, мне нужен на самом деле АВМ. Так, ладно, все, ребят. Взбодрились. А больно. Взбодрились, погнали. Нужно сделать этот челлендж. Так, мне на самом деле, знаете что, вот это надо. Ебать колотить, ебать колотить. Вы хоть понимаете, насколько я теперь жесток? Сейчас высаживаю вот этого, типа. Нет. Это было громко. Это были громкие слова, да?
Так, ну все, это, ну, это должна быть победная просто. Я должен обеспечить себе победу. Ты в щеку попал ему. Ну, этот чел сейчас еще сюда приедет. А, нет, он каким-то образом не поехал сюда. У меня ковра просто не хватило, я клянусь, у меня... Последний момент, когда я дал ему, короче, этот, в голову, у меня просто соскользнула рука с ковра, я клянусь. Это ошалеть не встать. У этого что-то ничего нет особо. Странный малыш. Мне нужны пятерки. И, наверное, нужно шприц заюзать один. У меня, кстати, очень много по хилам такого, что очень много весит. Это большая аптечка, шприц с адреналином и т.д. и т.п. В общем, это нужно от этого избавляться мне. Вы как думаете? Я думаю, что стоит. Господи, что я несу? А я знаю, что я несу. Я несу людям счастье. Это сзади. Вот этого нужно убить. МК плюс этот. Что там у него, глушитель? Тапает нормально. Пакеты теряешь, ё-моё. В натуре. А почему? Умер. Пин. Надо было его... Надо было его к медведям, ребят. Надо было его к медведям. Блин, офигеть, они жесткие на самом деле. Вы прикиньте, если я сейчас коллиматора глайдер высажу, что будет? Мне премию выдадут какую-то? Смотрите. Раз, два. Просто патроны закончились на самом деле. Он выпрыгнул с глайдера, что? Ладно, тут медведи какие-то бегают. Мне еще, кстати, нужны патроны полутать. Вот так вот. Вот так вот. 12 лайф, 10 фрагов. Неплохо, неплохо. Я считаю. Я считаю, что это неплохо. С учетом того, что мы с самого начала вышли, у нас было сколько? У нас было много. Кто скажет, еще от монитора G6 лучше покупать или все-таки APS рассмотреть? И как он по отлику? Нет, G6 лучше, чем APS-ка. Там бодрая вейка. Не, чел поднимается в гору куда-то. Блин, ну тут какая-то... Честно говоря, ситуация вообще сложилась не очень. Прям конкретно не очень сложилась. Резко причем. Резко ситуация сложилась как-то не очень. Но я думаю, я его сейчас с коллиматора хлопну. Ну, сказано, сделано, я ж мужчина. Все же большие аптечки. У меня, кстати, броня не починена. Вот что я только что подумал. 11 фрагов, 11 живых. Неплохо, в принципе, пока что справляемся. Пока что неплохо справляемся. Так, блин, ну надо было мне до него добежать. У него третья броня фул. Капец, я гений, конечно. Обошел систему, не глядя. И, наверное, мне... Чел катится. На смерть. Гениально просто, гениально. Там чел какой-то едет. На! Блин, почти убил его. Почти убил. Я не знаю, а как мне в городе 6 драться?
Это вообще легально, нет? Просто давать мне вот такую зону. Вот такую зону мне легально вообще давать, нет? Вы чего, блин? Я как должен с X6 драться? Почему это не опен какой-то? Бред. Да, я, короче, пойду на тех чуваков, наверное. Нет, не пойду, они там закончили. Как я должен драться вот тут вот с X6? В упоре. Если у меня в упоре какой-то чел вылезет сейчас, что мне делать? Сковородку в него кидать? Ну это вообще капец. Ты еще играешь, я уже даже поиграл нормально. Ну вот ты поиграл? Это что такое? Что за пингвины какие-то? Что это? А что это? На этом что-то кататься как-то? Или что? Лыжи какие-то. Понятно. Короче, бред одним словом. А, это типа на коньках учиться, я понял. Это типа ты держишься и на коньках, короче, ездишь, прикиньте. Догадался. Ну это вообще гении придумали на самом деле. Я помню, учился кататься, знаете, на чем? Ой-ой-ой-ой-ой, попал. Просто изи. Изящно, я хотел сказать, а не изи. На этих, знаете, такие коньки? Типа двухконьковые, короче, коньки. Ну, типа на одном коньке два конька. Вот я на таких учился кататься. Ну, слушайте, тут зоны нет. Я думаю, что мне стоит подождать, наверное, где-то тут, да? Возможно. Но тут, возможно, сзади кто-то может подсосаться. Я думаю, что вот этот чел как-то должен отсюда пойти. Скорее всего. Но это, опять же, тоже не точно. И, наверное, я пока что вот сюда перемещусь. План пуля. Тут меньше шансов, что меня убьют. И тут меня вообще незаметно, да? Меня ж вообще не видно сейчас. Ошалеть. Вот эта позиция. Пинг у Вины. Нормально. Меня так видно, интересно, или нет? Моя же задача какая? Топ-1 взять, правильно? А, ну он гений, короче, забейте. Я такое не читаю, к сожалению. Зато читаю вот это. Как я промахнулся с кальматра? Вопрос. И куда встал этот чел? Вопрос не менее меня интересующий, если честно. Но мне бы его убить. Потому что что-то мне подсказывает, что зона там будет. И у меня еще 4 в живых. Где-то. Ну его убили, ладно. Там фул расстрел какой-то произошел. А мне ж никто не говорил, что хаешки нельзя, да, юзать? Получается, можно? Full blind. И отсюда еще, да, могу стрелять? Ну это вообще гениально просто, на самом деле. Сучка. Какая же ты хорошая. Сучка. Все, кидаю, убиваю. А, так ему только... Бля, где я, пожалуйста? Хватит. Ему только перелезть можно. Так это ловушка для тебя, Карл.
Ластовый. Просто. Сюда нахрен. Челлендж сделали отменный. От Никаса. Танцы, шманцы, обниманцы. Изящный топ-1. С кальматором на снайпе. И ЦИК-6 на ФАМАСе. Найс. С первой попытки, ребята. С первой. Это вам не со второй, не с третьей. Это с первой. Топ-1 с первой попытки. Вот так вот. Все, лайки ставьте. Быстро. Сучки.